Если ты не поставил лайк под этим видео и не подписался на канал, то я приду за тобой. Хе-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Стив. Сегодня я вам покажу, как сделать квест Биошифров с Univegas Pro 13. Для начала вам нужно загрузить сам файл с Univegas Pro 13. Так. Вам нужно перенести этот файл на 3 аудиодорожки. Теперь вам нужно сделать вот так. Немного поэкспериментируем. Вот, у нас получился голос Биошифра. Ладно, ребята, это с вами заканчиваю данное видео. Если вы не подписались на мой канал, то Биошифр сейчас придет. Вот с вами, с вами был Стив. И всем пока. О нет. О нет, он уже здесь.